Доброе утро. Сегодня Рождество. Всех поздравляем с праздником. Обещали сегодня пасмурно, но что-то вот пока что солнышко. Там у нас морюшко. Как всегда, висит. Мы идем на завтрак и после отправляемся на Красную Поляну погулять в Розе Хутор. Вот мы уже на завтраке. Кофеечек с молочком, омлетик, колбаска. Это, по-моему, с капустой пирожок. И рис с салатиком. И сосиска. Вот видите, в теле какие-то. И запеканочка, сгущенка. Приятного нам аппетита. Мы уже позавтракали, отправляемся на остановочку, чтобы поехать на Красную Поляну. Сегодня Рождество. Возле нашего отеля находится храм, не только армянская церковь, но еще и храм. Пришли мы на 135-й, что-то его ждали, минут 15, наверное, нету. И подошли мужчины, то есть мы стояли вон там за углом на остановке. На вот этих вот машинах по 250 рублей с человека везут до Розы Хутор, до Красной Поляны, куда там нужно, до Газпрома. 250 рублей нормальная цена, вот ждем сейчас еще людей, чтобы с нами поехали и отправляемся. Ну если 135 придет, то мы свалим. Отправляемся на Розу Хутор. Вот мы и добрались до Розы Хутор. За 500 рублей на двоих на машинке. Тут снег. Кстати, в горах нет тумана. Горы все видны, а там был туман. А мы идем в саму долину. Ребят, кому интересно старую дорогу посмотреть, вот на этом плакате. Мост Мишкин. Автомобиль декоративный. Я думала, настоящий. Казино. Вот мы подходим к главной площади. Елочка. Тут еще не так уж и большая очень. Не такая уж и большая, но все равно жесть, да? А здесь? Вон там вон кассы. И вот это вот все дикое, просто дичайшая очередь в кассы. Не, мы не поедем наверх. Можно, кстати, по интернету купить билет. Но в интернете написано просто вверх и вниз. Один спуск, один подъем. Стоимость со скидкой 1500 рублей. Есть также за 2500, но туда входит еще каток. Входит два музея. Также подъем и спуск. Мы не поедем наверх, мы буквально вот в октябре были в Домбае, тоже в горах, там поднимались на канатке, но там была высота 3200, а здесь всего лишь 2200.
2200 за 1500 и как бы 3200 за 1000 мы поднимались. Я не вижу смысла платить такие деньги, чтобы подняться на канатки. Мы на канатках 100 раз поднимались, горы также 100 раз видели, Кавказский хребет. Ну, нет смысла стоять такую очередь. Также очередь на подъемники. Поэтому мы сейчас прогуляемся здесь, пофоткаемся и пойдем в горячий бассейн. Вот это вот нам очень интересно будет. Погодка классная, руки вообще не мерзнут, хотя снег лежит. Тепло, все равно очень тепло. Солнышко, горы все видно. Ну, в общем, нагулялись мы здесь. Горы, естественно, подниматься мы не будем. Я уже рассказывала причины, по которым мы не будем подниматься. Плюс еще хотелось бы, чтобы на деревьях был снег, на елочках снег был. Ну, короче, нет. Не в этот раз. Мы придумали занятие поинтереснее. Мы сейчас пойдем с Роза Хутор Газпром. Там развлекательный центр Галактика. И там есть аквапарк. А, как аквапарк, он сейчас не функционирует, ну то есть не работают аттракционы вроде как. Работает как бассейн, джакузи, сауна. 1000 рублей с человека на 3 часа. В общем, сейчас мы пойдем туда. Если все ок, народу немного будет, нас запустят туда. Мы с собой взяли купальники, полотенца, сланцы. То будем наслаждаться. Зелень и снег. Мусор попадает. Ну ясно. Такая жаришка на улице, мне прям подпекает. Так, сейчас не видно. Что? Можно ставить. Ну вот так же сейчас модно носить. Ну не вот так, так точно. А что, нет что ли? Мне кажется, может специальный где-то жар. Вот мы и добрались до Галактики. Хотим взять кофе. Сувлаки, Давид. Мы решили пообедать шаурмой.